Ах, остров обитаемый. Ну чего ты молчишь? Ничего не понимаю. Статью написали про мой великий фильм. Чего? Чего ты испугался? Критики чмо? Не люблю. Это... А ты чё? А ты чё струхнул? А чё я? Они ж чмо. Да кто ты, а кто я? Ну, ты понимаешь, чё я вообще снял? Чё? Кино великое, на века, о войне, чё? Я ж 55 снял, там Путина лизнул малёк. Путин, говорят, Федя, рыдал. Какое там кино? Теперь нам с тобой такое кино будет, и кирдык нам вообще будет. Ё-моё. Поедем в Канны. Там нас, может, поймут. Зачем было на баржу какать? А теперь все смеются. А моралку ты, еще навесят. Ты вообще чё, Федь? Чё, Федь, рехнулся? Ты о чем вообще говоришь, Федь? Я ж великий, Федь. Какой великий? Где? Ну где? Ну. Пустые залы кругом, критики больно кусаются, понимаешь? Ты чё, не знаешь это? А мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля се... Все наши уже в Каннах, все. А вот мне еще снимать. Ты уже все снял. Тебе все нипочем. Ты аристократ. А про меня Нарштейн Бяку сказал. Ты че, Федь? Ты че предлагаешь? Верить козлам? Да мы на Нарштейна клали как на баржу, Федя. Не оставим без последствий. Все. Ну че? Как? Так че обидно? Ночами плачу. Сейчас же не 37-й. Да ты че думаешь? Да че? Ты... Каннах обосрут. Так Канны, это ж Канны. Федь. А я чё, нормально? Мне папа тоже великий был, говорил за завтраком. Снимай, Федя, это, говорит, кино, пока всем не осточертеешь. А мне чё, папа сказал, я и снимаю. Вам бы все шутки шутить. А я... Актеры не слушаются. Критики жужжат. Остопи. Кто это? Это Федя Интернет. Чё-то не похоже, что им фильм понравился.